Зимний сезон завершен. Сочи за это время посетили 1 400 000 туристов. Это на 7% больше, чем в прошлом году. Продажа летних туров уже на пике. По данным туроператоров, летом Сочи примет не менее 3,5 миллионов отдыхающих. И сейчас важно выиграть конкуренцию в ценовой политике, подчеркнул Анатолий Пахомов. Цены на отдых должны быть не выше, чем, например, в Турции или Греции. В феврале мэр провел презентации курортных возможностей Сочи в 8 городах. Крупным работодателям рассказывал еще и о том, что можно снизить затраты на оздоровление сотрудников и членов их семей. Это стало возможным благодаря внесению изменений в налоговое законодательство. Согласно этого налогового кодекса, сегодня работодатель имеет право тратить до 50 тысяч рублей на оздоровление своих работников и членов их семьи. И этим надо пользоваться. Но не все работодатели, во-первых, об этом знают. Этим надо воспользоваться. И межсезонье мы закроем. На совещании говорили о том, что уникальные бальнеологические ресурсы курорта нужно использовать шире. Далеко не все здравницы включают в стоимость путевки Мацесту. Лишь в 20 санаториях из 66 есть питьевые бюветы. Пахомов подчеркнул, важно гарантировать каждому гостю качественный отдых и оздоровление, чтобы он захотел вернуться на побережье вновь.